Всем привет! Сегодня расскажем про еще один квадроцикл российского производства. Это Ирбис АТВ-200. Это один из самых крупных 200-кубовых квадроциклов. Здесь спокойно помещаются два человека. Начнем с двигателя. Двигатель, как я сказал, уже 200 кубов. На вариаторе, то есть по управлению тут чисто вперед-назад переключаетесь. Здесь у нас стоит масляный радиатор с масляным фильтром. Колеса у нас идут передние 23 на 7 на 10, 10 диаметра, вот с таким вот рисунком, как елочка. На гидравлических дисковых тормозах. Задняя покрышка у нас также идет 10 диаметра, размер из 22, 10, 10. Также на гидравлическом дисковом тормозе. Цепь у нас идет 530-я сальниковая. Плюс фаркоп у нас идет в комплекте, стандартный автомобильный прицеп сюда подходит. Подвеска у нас на квадроцикле достаточно мягкая, но есть возможность ее отрегулировать, сделать немного жестче. Так, по органу управления слева у нас задний дисковый, по органу управления сзади у нас задний гидравлический тормоз, справа передний тормоз тоже гидравлический. Также рычаг газа на всех квадроциклах у нас вот таким рычагом используется. Слева у нас весь пульт, электростартер, свет, ближний дальний, поворотники, аварийка и гудок. По приборной панели также у нас здесь все показывают: передачи, скорость, пробег, время и уровень топлива. Также около замка зажигания есть у нас USB разъем для зарядки телефона. Так, еще расскажу, здесь у нас вариатор, то есть передача переключается чисто вперед, нейтралка и задний ход. Рычаг у нас наверху, что очень удобно. Также на приборной панели все показывает, чтобы не забыть, какая передача сейчас включена. На квадроцикле у нас установлен достаточно хороший свет, светодиодные фары, поворотники и светодиодная балка, которая покажет вам путь даже в самом густом лесу. Передняя подвеска у нас тоже с небольшими регулировками, тут нет таких большого кода. По посадке квадроцикл очень удобный, он очень мягкий, подвеска мягкая, то есть вот у него большой ход очень. Ну и места хватает, то есть вот я сижу, удобно, колени у меня не упираются, и сзади еще достаточно места. Так как квадроцикл у нас российского производства, весь металл и весь пластик сделан в России, то есть все очень хорошего качества. Также рычаги, они сделаны изогнутые, специально для большей надежности. Также на квадроцикле у нас установлен вот такой вот мощный бампер, он железный, его очень тяжело будет сломать. Также на квадроцикле сзади у нас установлена вот такая площадка для номера. Напомню, квадроцикл идет с ПСМ, то есть вы можете зарегистрировать и поставить на учет. На квадроцикле у нас установлены вот такие вот площадки для ковров, как спереди, так и сзади. Вот такой кофр вы также можете приобрести у нас в магазине, который подслужит не только как багаж, но и как спинка для пассажира. Блин. Квадроцикл у нас идет с ПСМ, то есть вы можете зарегистрировать, получить номера и спокойно выезжать на дороге, если у вас есть нужная водительская категория.